Абсолют территории. Ой, господи. Участвуйте в футуристических космических воздушных боях с большими военными кораблями и вражескими истребителями. Управляйте ньютонской физикой полета и настройками мощности. Перехитрите и уничтожьте врагов и выживайте в опасных полях мин и астероидов. Захватывающие действия в режимах кампании и таблицы лидеров. Я, знаете, не буду напоминать про подписку, но ладно. Давай по игре. Графика и спецэффекты на троечку. Боевка 2 с минусом. Физики тут я вообще не заметил никакую. От слова совсем. Ньютоновская, ну-ну. Знаете, игра сойдет для 2010 года, но даже тогда были игры получше. Ну, я вот вкратце скажу. Я вообще ничего примечательного в игре, опять же, не увидел. Абсолютно ничего. Ну, тут этого просто походу нету. Что-то такого интересного, цепляющий сюжет, что-то еще и тоже нету. Что тут может вообще понравиться? Космос, даже Skybox сделан довольно-таки хреново. Даже, ну, я промолчу, это слов нету просто. Народ, у меня есть космосим, можете посмотреть, вот бесплатные есть. И они намного интереснее, они красивее, там есть чем полюбоваться. Но вот это вот, ну, попытка сделать игру интересной, наверное.